Ромашки вместо крови. Это же просто потрясающе. Яндери симулятор, дамы и господа. С вами, как всегда, Фокс Нео, и сегодня мы с вами попробуем кое-что очень и очень необычное. Прямо сейчас мы находимся в главном меню этой страшнючей игры. Вот серьезно, она меня пытается испугать каждые секунд 5. Вот опять сейчас будет припадок. Опять вьетнамские флешбеки, где они? Куда они пропали? Вот они, вьетнамские флешбеки. Но я видел очень много комментов, в которых было написано нажать английскую кнопочку L, чтобы перейти в какой-то особый режим игры под названием Lovesick. Давайте нажмем, и дай бог все сработает, и разработчик не убрал эту штуку вместе с очередным обновлением. Так, работает! Lovesick! О нет... Я думал, это будет что-то хорошее, что-то милое. Потому что Lovesick переводится как «любовь-болезнь». Мол, любовь настолько возвышенное чувство, что она заболела любовью. Но что же мы здесь видим? Мы здесь видим какую-то чернуху в прямом и переносном смысле. Это Яндери? Я хочу досмотреть эту анимацию, что будет. И вообще, что изменится в этом режиме игры? Ощущение, что это вообще другая игра, потому что логотип Яндери сменился. Что же тут творится за хрень такая? Мне очень и очень... очень страшно. Это все-таки Яндери. У нее в руках голова, по-моему, как раз-таки той самой Асаны, которую должны добавить. О май гад, вот это вот пасхалочка, вот это вот отсылочка. А в конце будет скример, она резко такая повернется с ножом, да? О май гад, это ужас какой-то. Я думал, что тут будет что-то доброе и миленькое, как обычно. Но нет, ничего доброго и миленького не будет. Так, камера приближается, приближается, и что же? Аяна, скажи мне, что с тобой? Аяна, объясни, в чем прикол этого режима? Господи, вот оно прям уже почти до конца приблизилась, и мне стрёмно. Что же будет дальше? Только не говорите, что ничего, что она просто приблизится до конца и все. Ну, прям приближается Ваяну, прям так медленно саспенс нагоняет, и она повернулась. Она такая: ты следующий. Так, интересно, эта анимация зациклена, камера так и будет дальше лететь, или я все-таки что-то новое смогу увидеть сегодня? Но в целом это очень и очень крипово, если честно. И да, видимо, тут все зациклено, давайте начнем новую игру. Что же у нас будет происходить в этом странном режиме? Все черное, меня это напрягает. Мы сейчас должны, по идее, появиться дома. И да, мы появляемся дома, и, кстати говоря, у меня еще с прошлой серии прическа осталась белокурая. Я думаю, нам нужно взять и скипнуть всю игру и начать все сначала. Потому что у меня сейчас все сломается. И, дамы и господа, здесь не работает дебаг меню. Мы можем все цензурить, но я больше ничего не могу делать. Вы сейчас серьезно? И меню с пасхалочками тоже не работает. И все какое-то серое, как будто какой-то баг. И меня напрягает то, что все не сбросилось. Нам нужно вернуться как-то обратно и сбросить все. Или я не знаю, стоит ли мне пробовать играть в этом режиме, когда все так. И давайте смотреть за изменениями. К черту все. Давайте поищем, к примеру, демона. Где говнодемон, которого мы уже вызывали? И говнодемон, кстати, есть. Можем призвать говнодемона. Говнодемона не убрали, хотя других пасхалочек нет. Давайте поищем другие пасхалочки. Ребят, вы какие-то странные. Что же в вас изменилось? Прически! Прически у всех поменялись. У всех черные прически. Точно. Так. А, ускорение времени тоже здесь не работает, черт возьми. И да, вот эти девочки у нас были яркие, а теперь они все с черными волосами. Это какой-то депрессивный режим, если честно. Давайте осмотрим школу. И тут даже консулы с черными волосами. Че, они будут нас пинать или типа того? Разговаривать мы с консулами не можем. Но с другими людьми мы можем разговаривать, если что. Это хорошо. Так, может быть, в классах что-то поменялось. Вот мне интересно, что произойдет в оккультном клубе. Что происходит в туалетах. Еще музыка какая-то нагнетающая очень играет. Так, что у нас в туалете? Тут призрак есть? Нет. Он вообще, по-моему, на втором или третьем этаже. Я не знаю, почему я решил его искать здесь, но все же, вдруг бы он появился. Вроде как пасхалочки убрали. Тут была комната с пасхалочками. Давайте мы ее найдем, чекнем. И в целом тут ничего не поменялось. О, компьютер. Так, жучок я поставил. Хорошо. А что это за комната вообще? Ощущение, что я здесь не был ни разу. Это комната для совещаний. Я вас понял. Так, оккультный клуб. В оккультном клубе чуваки собрались. Подумали над чем-то. Подумали, как вызвать сатану. И, видимо, сваливают. Хм. Интересно, как будет осуществляться убийство в этом режиме. Так, да, вот тут у нас были пасхалочки, и пасхалочки никуда не делись. Мы все еще можем заюзать пасхалочки.
То есть пасхалочки не убираются. Окей. Просто мы не можем активировать пасхалочки через меню, и вообще дебаг меню не работает. Интересно, если зацензурить труселя, что будет? Ничего не будет, серьезно? Так, мне нужна какая-нибудь дамочка, чтобы проверить, как мы тут все цензурим. Дамочки, а вы где? Девчули, я вас не вижу. Обочки. А, видимо, они черные, да? У меня репутация не к черту, можете что угодно со мной делать. Так, по идее, я включил, и... Да, они появились. А если включить цензуру, то они будут получаться черными. Давайте зацензурим кровь и зацензурим базовые анимации и попробуем кого-нибудь убить ножом, прям ритуальным ножом. А ты ничего не видела? Иди отсюда давай, не обращай на меня внимания. Так, это наш сэмпай? Нет, это не наш сэмпай. Наш сэмпай где-то тут должен находиться. Да, он тут стоит. Подождите, он с кем-то болтает? Что это за чувачок? Ты что, моего сэмпая отбить хочешь? Вот за ним мы и будем следить. Кстати, что это за девушка? Меня напрягает, что она здесь стоит постоянно. Вот тебя мы и убьем. Жалко, что время ускорять нельзя. Я уже по привычке тыкаю, чтобы ускорить время, но время не ускоряется. Блин. Я, конечно, могу его убить, но меня потом посадят. Ах, да черт с ним. Так. Ага, вот как у нас все цензурится. И кровь зацензурилась. Крови нет. Ромашки вместо крови. Это же просто потрясающе. Я весь в ромашках. Это что, кровь? Не смотри на меня, пожалуйста. У меня огромные проблемы только что начались. А, включим обратно кровь. Ой. А, что? Кого? Чего? Это что, тело? Нет. О. Что это? Что происходит? Что происходит? На меня какая-то бабища напала. Не трогай меня. Не трогай. Отстань от меня. Что происходит? Что за сердечко? Почему она напала на меня вообще? Я понять не могу, какого черта в этом режиме происходит? А-а-а! Тихо! Не трогайте меня! Случилось, кого я убил, что она вообще на меня напала? Так, всю неделю ресетаем, я не понял, что произошло. Все идет по новой. По идее, волосы у меня должны вернуться к черному исполнению, все правильно. Так, что у нас изменится здесь? Может быть, аниме какое-то? Что? Посмотреть триллер о том, как убивать людей? О методах убийства? Так, какое-то аниме будем смотреть. По-моему, оно и в оригинале было. А. Что же это такое? А, да, много текста. Нет, спасибо. Вот когда будет на русском, я буду читать. Сейчас нет, спасибо, я с ума сойду все это переводить. Так, очень много какого-то текста об убийствах. Но это отсылка на аниме «Тетрадь смерти». Это я уже помню, да. Так, чекборд. Ну, здесь, очевидно, ничего нет. Повесить я сюда ничего не могу. Тут у нас что? Труселя у нас все заблокированы. Мы можем, если что, их купить в городе. Здесь тоже ничего... А, нет, что-то новое есть. А, нет, портрет, он здесь и так был. Окей. Музыка тоже очень криповая здесь играет, меня это напрягает. Может быть, что-то в подвале изменилось? Давайте чекнем подвал. Подвал очень криповый, подвал просто безумно криповый, ребята. Этот эффект, вот этот вот красный интерфейс создает очень пугающие эффекты. Я так и не понял, в чем прикол этого режима. В комментах было написано, что это серьезный режим Яндери Симулятора, но это не серьезный режим, это какой-то хоррор-саспенс режим. Здесь очень нагнетающая атмосфера, но толку в этом какого-то особо-то и нет. Вот что изменится? Давайте попробуем совершить беспалевное убийство, хотя без читов и без ускорения это будет безумно долго и скучно. Но мы попробуем это сделать. И попробуем, к примеру, отучиться. Я, кстати, даже знаю, как мы совершим свое злодеяние. Мы все сделаем во время уборки. Я думаю, вы догадываетесь, как именно я это сделаю. Так... Прокачиваемся опять. Уборка. Ха-ха-ха-ха. Мое любимое время. Поднимаемся на крышу. И будем ждать там людей, которые придут убираться. Они должны стоять недалеко. О, от заборчика. По-моему, в том самом месте, где мы тусовались с Коконой. Возможно, где-то здесь. Давайте просто ждать, пока все соберутся. Вот проблема в том, что здесь время ускорять нельзя. Поэтому приходится очень-очень долго ждать. Ну ладно, мы дождемся. Это не проблема. Я помню, что я вот здесь кого-то скидывал. Вот прям где-то вот... Тут, да? Точно такое было. И все такое черное и криповое. Если, по мнению разработчика, вот так выглядит серьезность, то у него явно есть русские корни. Он перечитал русских классиков и такой: мир серый, Бренин. Не хочу на него обращать внимания. Где все, кстати говоря? Алло, ребята, время убирать школу. Вот тут кто-то убирается. Хорошо, молодец. Че это ты такой вжатый? Че с тобой не так? Че за коробки? Я тут не видел до этого эти коробки. Кстати говоря, вроде как этого робота можно активировать. Так, о, тут что-то нажать можно. Включить.
сделать. Чё за прикол? Чё я сотворил? Я какие-то щупальца выпустил. Так, прикольно. А, опачки, нажимаем на Q. Я сейчас робота включу? Серьезно? Так, и чё? И чё происходит? Робот включится? Да ладно, я робота включу. Нет, наверное, не включу. Я не думаю, что все так просто. Я думаю, там какой-нибудь челлендж нужно сделать. И тут что-то заблокированное. Ребята, где ключ для этого велосипеда, мопеда? Что там вообще такое? Хочу это разблокировать. Где ключ взять? Наверное, у главного чувака. И воркшоп можно выключить. Да, короче, робота 100% можно каким-то образом включить. Так, жучок здесь поставим. Ключа я здесь не вижу. Угу. Наверное, в одной из будущих серий прибьем чувака главного. И почему на крыше у нас никто не убирается? Это странно. А, нет, вот-вот-вот, кто-то там убирается. Что-то там чистит. Так, нужно сделать все это беспалевно. Пуш. Давай, падай. Все, меня здесь не было. Приземлилась. Замечательно. Нужно отойти. Немножко посмеяться, кстати говоря, как будет выглядеть смех обычно. Стой. Он что, видел что-то? Ты чё? Ты куда? Куда это он побежал? Какой-то странный чувак. Стой! Я его потерял! Он пошел докладывать обо мне. Давайте его догоним. Стой. Куда ты, чувачок? Куда побежал? Ты труп увидел? Объясни мне, в чем твоя проблема? Стой! Он испуган. Видели его глаза? Он определенно был испуган. И тут у нас труп валяется. Кровавый труп. Я могу сменить ботинки, но не буду. И давай. Пойдем домой. Они обнаружили труп, и нам нужно выдвигаться домой как можно скорее. Просто по фасту бежим. Надо было, блин, уйти домой раньше, чем они заметили труп. Было бы логично. Так, идем домой. Полиция приходит. Полиция видит труп. Полиция не понимает, что вообще тут происходит, и никого не может поймать. Но какой-то чувак говорит, что это Аяна убийца. Но полиция считает, что у Аяны не было мотива, и поэтому они ее отпускают. Теперь у нас арт-клуб не работает, а на крыше огромные заборы. Да. Так, зайдем в интернет. Я помню, что я здесь что-то еще не прокликал. Вот что за каубук? О, это Facebook! Вау! Так, что тут интересного? Это наша школа, кстати говоря, да. И там есть сообщение по типу: кто-нибудь вообще знает, сколько лет Сакуре в нашей школе? Это какая-то Саку Басу спрашивает. Понятненько. Что за Янкорд? Это, видимо, Дискорд. О, нет, я там был. Нет, я не буду присоединяться к рандомному серверу. Так, опять залезем в интернет. Сталк. Тут можем сталкерить, вроде я это тоже тестил. А Нозама — это у нас местный Амазон. И, в принципе, все. Больше ничего тут интересного нет. Может, аниме какое-то новое появилось? Нет, аниме у нас то же самое. Можем поиграть в игру, но я не буду. Давайте пойдем в школу и посмотрим, что изменится в школе в этом режиме после убийства. Потому что мне непонятно, что изменится. Мне вообще толком непонятно, что меняется в этом режиме, кроме атмосферы и отключения пасхалочек и читов. В этом режиме можно разные челленджи делать, я думаю, прикольные. Но в остальном существенных различий я не вижу. В школе у нас траур, конечно же. Все понятно. Да, там еще заборы огромные появились. А вот если ученика утопить и не спрятать труп, но при этом избавиться от всех улик, они, не знаю, уберут фонтаны? Кстати говоря, очень интересная мысль. Стоило бы тоже затестить. Так, в школе ничего не поменялось. Кстати, может, в драмаклубе что-то поменялось? Нет, тут тоже ничего нового. В принципе, в школе ничего нового не происходит. Хотя я бы еще к директору сходил. Кстати, учителей нет. Можем чисто в теории взять и стырить. Офигеть! Вот как можно легко стырить ответы. Нужно просто подстроить убийство! Охренеть можно. Я стырил ответы. Хорошо. И да, ребятки, в комментах к прошлой нашей серии многие писали, что у меня случился какой-то баг, и теперь я почему-то не могу завершить задание всех бандюганов. Точнее, гопников. Ладно, гопников. Возможно, я в будущем переустановлю игру и попробую еще раз, но пока продолжим тестить этот режим. Я думаю, что наш тест медленно будет подходить к концу, потому что здесь, в принципе, ничего интересного-то и нет. Так, а где ученики, кстати говоря? Типа, сегодня трауры. Где они? До класса. Возможно, они все уже в классах сидят. Никого просто нет в школе. Школа какая-то супер пустынная. Можем, кстати, розочку взять. Нет, даже не можем розочку взять по какой-то причине. Ладненько. Вот здесь обычно лидер клуба. И, кстати, здесь лавочку добавили. Я не замечал. Здесь теперь есть лавочка. Окей. Ну, где же все? Они там в спортзале тусят. Кстати говоря, что это за возвышение такое? Я его тоже раньше не замечал. Это что-то новенькое? Или оно там всегда было, и я только в этом режиме стал обращать на это внимание? Да, оно там всегда было, только в этом режиме я стал обращать на это внимание, конечно же. Я внимательный, обращайтесь ко мне по вопросам внимательности. И да, все ученики у нас, видимо, тут тусят. Их траур. Или вообще никто не пришел. Что-то очень странное здесь происходит.
происходит? Где все ученики? Их должно быть несколько десятков, а то и сотен. Но по факту никого нет. Вот в спортзале 5 учеников тусят. А остальные где? Блин, реально какой-то очень депрессивный режим. Вот прям максимально депрессивный. Пасхалочки не исчезли? Пасхалочки не исчезли. Ладно, пойдем в класс. Вот тут тоже тусят чуваки. Видимо, все разбрелись по классам и по клубам. Наверное, я обнаружу всех в классах. Так, заходим в класс. И нет, я тут один. Но если я отучусь, то все придут. Давайте прокачаем физическую подготовку. Да, все появились внезапно. Это странно. Очень и очень странно. Мне по-хорошему нужно сходить в кружок кибернетики и найти чувака, у которого ключ. Потому что мне очень интересно, что будет, если сломать те оковы. Кстати говоря, я потерял кружок кибернетики. Мне казалось, что он где-то тут, но его тут нет. Черт возьми. Ладненько, с этим разберемся попозже. У меня остался последний вопрос к этому режиму. Но чтобы я смог его корректно задать, я должен завершить обучение сегодняшнего дня. Прокачали уровень, теперь мы вообще супер крутые. И мы должны прямо сейчас пойти домой. О, они поняли, что кто-то спер ответы. Оу, ноу! Как неожиданно. Так, и вот теперь мы возьмем и пойдем в город. Я хочу затестить, каким будет город в этом режиме LoveSick. А город у нас супер обычный. Смотрите, яркий, хороший городок. У-ху! Все норм, можем что-нибудь купить. И тут тоже можем что-нибудь купить. Кстати говоря, если купить эти игры и включить их на приставке, они будут работать? Почему я не тестил? Почему я не задавался этим вопросом? Нужно затестить. А лучше не тестить, а просто написать мне в комменты. Так, тут у нас магазин всяких приколюх. Тут у нас бандюганы, я помню, о чем-то общаются. Их можно подслушать. Тут у нас пасхалочки тоже есть. И магазин трусов. Почему я никогда не покупал трусы? Надо как-нибудь взять и купить труселя какие-нибудь. А прическу я могу бесплатно сменить или могу бесплатно покраситься? В игре этого еще нет. Вот оно что. А вот, кстати говоря, Кокона, которая с каким-то мужиком сидит. И она как раз-таки об этом и говорила. То, что ей приходится встречаться с какими-то мужиками. И не просто так она это делает, скажем так. Так, тут у нас кафешка, и там мы можем потусить, чтобы заработать деньги. Нет, спасибо, я не хочу в кафешку. И с обновлениями тут ничего не поменялось, вроде как. Ну ладно, в таком случае можем идти домой и ложиться спать. Кстати говоря, в этом режиме я нашел баг, у нас иконки в телефоне выглядят вот так вот, вот просто через жопу. Давайте выйдем в главное меню и нажмем на кнопку под названием Fuck Go Back. Все вернется? Все вернулось, слава богу. Я видел комменты, что у некоторых этот режим остается навсегда, но, к счастью, я вернул себе свою добрую Аяну, ну, такую себе, конечно, Аяну, но все же. И, ребятки, вот такой вот короткий ролик у нас сегодня получился. В нем мы затестили режим, о котором писали очень и очень многие. Ну, а если вы хотите, чтобы я затестил что-нибудь новенькое, то напишите об этом в комменты. Также обязательно поставьте лайкосики, потому что чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующая серия. Ну и подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Давай, хлоп-хлоп, подписался. Ну, а с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.